Приветствую вас. Если говорить вот непосредственно о том, как вы написали это, да, то я все же больше склоняюсь к той мысли, что ненормально, потому что ненормально относиться к чему-то с презрением. То есть вот презрение быть не должно. То есть, если человек что-то презирает, он это обесценивает. Если человек что-то презирает, значит, он к этому относится болезненно, а это означает нерешенные конфликты человека, и, соответственно, как бы он не может при всем уважении считаться в норме. Он не может считаться тем, кто находится в норме. Так скажем. Вот, поэтому это ненормально. С другой стороны, все-таки важен контекст, все-таки важен сам человек. То есть в этой ситуации вот нельзя рассуждать, условно говоря, в отрыве от самого человека, да? То есть сам человек тоже важен. Важно, вот, как человек говорит, что человек говорит, почему человек говорит. Вот. На мой взгляд, это очень важная история, на мой взгляд, это очень важный момент. Просто потому, что если человек ко всему так относится, да, то есть он вообще все называет презрительным и так далее, все связанное с женщинами, например, вот, что, ну, можно сказать, что это его особенность. То есть это особенность именно вот человека, как бы. Вот. Другое дело, да, вот, если это особенность человека, вопрос заключается в том, принимаете ли вы человека таким, как он есть, или нет. Это вот на самом деле очень важный момент. То если не принимаете его таким, как он есть, то, на мой взгляд, это очень негативная история, которая негативно сказывается, опять же, на ваших отношениях, но это так. Опять же, нормально для кого? То есть норму здесь определяет сам человек, правильно? Вот там человек определяет эту норму. Если для вас это ненормально, если вас это задевает, оскорбляет, например, или вы просто считаете, что так быть не должно, то вас ведь никто не будет, например, винить за то, что вы так считаете. Вас никто не будет осуждать за это, но необходимо отстаивать свой выбор в этом смысле. Необходимо отстаивать свой выбор и отстаивать свою позицию, иначе в ней нет никакого смысла, в ней нет никакого толка. И она, эта позиция, получается, просто фикция. Вот. То есть вы у нас спрашиваете, вы у нас предпочитаете спросить, да? Нормально ли это? А как вы сами считаете? Если это ненормально, то будете ли вы находиться с этим человеком в отношениях дальше? Будете ли вы находиться в отношениях с этим человеком?
На мой взгляд, именно этот вопрос вам нужно в первую очередь для себя решить. Вот так. Не знаю, что еще добавить. Вопрос достаточно короткий. Вот. Принимать на свой счет подобные эпитеты, наверное, не стоит на свой счет принимать. Почему не стоит? Ну, потому что, скорее всего, человек говорит не про вас, скорее всего, человек говорит про, ну, совсем про другую сторону, вот, совсем про другой момент, человек говорит абсолютно личные вещи, абсолютно то, что его беспокоит, абсолютно то, что его тревожит, человек говорит, вот. И это забывать, на мой взгляд, не стоит. Забывать тот факт, что речь идет именно о нем, да, то есть высказывая презрение, человек говорит о себе, он не говорит о вас в этот момент. Но если вы на свой счет данный аспект принимаете, если на свой счет вот вы принимаете эту историю, то, наверное, это повод поработать с вами на тему того, насколько вы, грубо говоря, в себе уверены, насколько вы себя любите, себя принимаете и так далее. То есть это вот, на мой взгляд, такая история, на мой взгляд, это именно вот такая ситуация. И, собственно, здесь вот так можно ответить вам. Наверное, больше добавить особо нечего. Очевидно, что это какой-то контекст, да, просто очевидно, что мужчина, он не первый раз говорит так, ну, такие вещи, не первый раз говорит, вот, совершенно очевидно, что вам это, ну, возможно, не в первый же раз неприятно, не впервые вам это неприятно, не впервые, вот, но все равно продолжается с этим, с ним быть. Поэтому вопрос, мне кажется, ну, корректно ставить все-таки, знаете, в том контексте, чего хочу я. Вот, ну, находясь в отношениях с человеком. Вот. И буду ли я с ним в отношениях? Принимаю ли я его, то есть вы, мужчину, таким, как он есть, вот, с его таким вот, да, презрительным отношением, значит, к тому, о чем вы говорите, вот, вот, на мой взгляд, ну, наверное, так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.